И это не просто некая косметика документов. Путин просит подготовить новые предложения по концептуальным основам обеспечения нашей безопасности, будь то военной, экономической и даже общественно-политической. Должны быть разработаны и представлены новые предложения по концептуальным основам стратегического планирования и прогнозирования устойчивого социально-экономического развития России, управления рисками. Запрос на новые идеи по концептуальным основам, такого что-то не припомню. Круто.